Жумня коркунчсуз үйренменин кечирилмесинде байалдып полиция чалышанары Юг регионал изметин баканы хем ГГУЗенин хаталы улайларда баканын измети. После полученной информации администрация лицея успешно провела эвакуацию учащихся лицея. Каблидельмич хабердан сора лицеин администрациясы үйренгичилери үйренме курумундан эвакуация коркунчсуз ерине кечтилер. Бүтүндөн эвакуация 5 минут тутту. Результатом, а также показателем того, что дисциплина в лицее поставлена на высоком уровне. Автономиянын хаталы улайлар изметин темсилчилери кенди ишине аптылар. Ну, как мы приезжаем, сразу убеждаемся, что нет никого. Осматриваем помещение. В зависимости от того, какая это чрезвычайная ситуация. Бизим борджумус, бели етме, ани япыда кимси калмасын. Хепсида дурмдан чекилер. Сжатого воздуха. Осматривают все помещения. Эвакуируют всех, кто остался. Коркунчсуз гүнүн сырасында Юг регионал баканы лицейн үйренгичилерине занат техникасын көстерділер, хеманнатылар, неже ойшлер. Защита. Биздин ватандашларын корунмасы бизден саде чекилмейер. Хепсимиз бирликте кендимизди лазым коруялым. Лицейин директору Валентина Штерой белли этти коркунчсуз үйретмек ачыкламаларын файдалыына. Мы до этого проводили с детьми беседы, инструктажи, как определить, по каким признакам. Бу коркунчсуз дерсине адам лицейда ушаклара аннатып неже абанжы предметлери таныма. Оннара бу билгилер файдалы ашамакта улычыклар. Они рано, поздно все равно выйдут в город. Это часто встречается у нас в жизни. Үйретменин баш давасы ушаклара хем үйредичилере коркунчсуз куралларын ачыклама. Светлана Димитрогла, Елена Радкогла, Вячеслав Кыса, Артем Топал, ГРТ Хаберляр.